И главное, не волнуйся. Да, насчет Саши Шапика и какой он двуликий. Можно материться или нет в студии? Да, только погромче, пожалуйста, матерись. Материться можно, да? Да. Повтори вопрос. Насчет Саши Шапика, какой он двуликий уёбок, и сколько я следил за ним. Ну, то есть, понял, я не смотрел видос. Подожди, как бы... а давай уточним, двуликий уёбок, это по какому мнению, по-моему или по-твоему? Ну, как бы, по-моему. Я тебя а ты смотрю... лично с ним знаком? Нет, лично я с ним не знаком, вот именно, потому что, нельзя, мне кажется... Нельзя так, чувак, ну, я тебе скажу, то есть, то, что я говорю на Шапика, это лично мое дело, ну, то есть, понимаешь, ну... Но я тебе скажу так, что нельзя так, это не по понятиям. Ну, не по понятиям, не по понятиям, но просто, типа, блин, я не говорю твое мнение, я тебя не так не, много ну, смотрю. Хорошо, какое ты имеешь право, не зная человека лично, говорить, что он двуликий уёбок? По его поступкам даже в интернете видно, что он какой-то нечистый парень. Озвучь конкретный поступок, давай разберем, может мы найдем с вами консенсус и поймем, кто же такой Александр Шапик. Оставайтесь. Да ладно, не надо. Не, ну реально, давай все-таки, если затронул тему, сказала, говори Б, давай. Мы да блин, знаешь, будем. Разводить вот эту штуку, типа, блин, не хочу. Серьезно. Не стесняйся, чувак, тебя никто не знает, ничего не бойся, говори. Давай, будь мужиком и общаемся до конца. Ну, знают, не знают, короче, но все равно, я не хочу. Давай, может, реально забудем об этом, поговорим о чем-то другом, потому что, как бы, время в эфире людей, и, может, я людям кому-то не нравлюсь, это задерживает. Давай следующий вопрос.